слов сказать о вообще. Спасибо за то, что вы нашли время. Севастополю, Крыму, как части своей страны. Сибирский отдел, филиал сибирского отделения. Радостью принимаем все предложения, которые... Здесь у нас не будет никакой Якутска. Конечно же, я уверен, что улица Якутская. Это человек сосуд, как бренд, да, вот таким. Я эту жизненную систему просто... Есть чему поучиться, согласитесь, да? Есть поучиться, как сделать. Вот. Есть поучиться, как это представлять. Ну а дальше есть возможность просто перенять опыт, да, и поговорить уже насчет торгово-экономических, там, социальных и других проектов. Я вижу, что здесь есть большой потенциал как для развития туризма, в том числе такого культурного туризма, и для развития уже поставок отсюда, например, продукции, сельхозпродукции, тех же вин, например, крымских, уже к нам туда, на территорию.